Привет, и сегодня мы разберем три самых эффективных упражнения для построения бицепса дома, почти без какого-либо специального оборудования и весов. Хочу напомнить про нашу цель в 1000 подписчиков, надеюсь на твою поддержку и твой актив. Без лишних разговоров, давайте начнем. Поехали! Упражнение номер один – это сгибание на бицепс с помощью полотенца. Берем полотенце, подгибаем одну ногу, затем вторую ногу. Ставим их под коленки. Теперь берем полотенце немного уже, находим баланс и начинаем сопротивляться ногами, максимально отталкивая их от себя, а бицепсом максимально прижимая к себе. Следующее упражнение. Также берем полотенце, становимся возле стены и прижимаем лопатки к стене. Переводим одну ногу через полотенце и начинаем бицепсом тянуть ногу к себе, а ногой максимально давим вниз. И финальное упражнение – это сгибание на бицепс с весом. Берем какой-то рюкзак или сумку и ложим туда любой вес, к примеру, гантели, мешок с песком, камни, все что угодно. Закрываем, берем за ручку и начинаем выполнять обычные сгибания на бицепс, как с гантелями. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Вот и все, всего три упражнения вам понадобятся, чтобы построить бицепс дома. Спасибо, кто остался до конца. Я рекомендую делать эту тренировку, когда вы делаете спину. Делать три упражнения по три подхода, по максимуму повторения в каждом подходе с от 90 до 180 секунд отдыха между подходами. Напоминаю про нашу цель, надеюсь на твою поддержку и увидимся скоро.